где-то там за лесами страна, и войти в гостиницу за окошком мне другая земля не нужна. Я люблю тебя, город хороший. В любви к городу сегодня признаются фотографы объединения «Человек и природа». Очередная выставка проходит в фойе культурно-досугового центра «Первомайский» и всем ее участникам вручают дипломы Центра культуры и искусств имени Кекушева. Когда я выхожу в свой город, мне всегда хочется найти чудо. Вот не просто так что-то обычное, то, что видят все, а хочется необычное. Необычное в обыденном – это и девушка, замершая у реки, и высотки, выросшие из травы. Это выставка «Фотовзгляд» на любимый город жителей Ивантеевки – Олега Косача, Татьяны Бардиной, Надежды Келимбет, Аллы Мещеряковой и других. Эти фотографии отличаются от других выставок тем, что у нас здесь присутствуют не только виды нашей красивой Ивантеевки, но еще и идет репортажная съемка. Репортажная съемка – заслуга Ольги Чемодуровой, предоставившей для выставки фотографии празднования одного из прошлых юбилеев города. Каждое открытие выставки объединения превращается в музыкально-литературный праздник. Здесь за лесом высоким льются тихие дни, от Москвы ты далекий, лишен суеты. Здесь прошло мое детство, здесь влюблялась не раз, в чем лишь соснам и елям признавалась подчас. Надежда, белою рукою сыграй мне что-нибудь такое, чтоб краска схлынула с лица, как будто кони от крыльца. Вход на выставку свободный в часы работы культурно-досугового центра «Первомайский». Экспозиция будет представлена в фойе до 31 сентября.